Ай, здорово, ребята! С вами, как всегда, Егоркин, профессиональный. И что вы думали? Что, потому что все сломано, что-то или что-то не туда? Это не то вообще я сказал, но суть в том, что центр карта вышла. Мы ее с вами посмотрели на стримчике, кратенько, но я не видел трейлер. То есть, по сути дела, я нарушил хронологию. Я должен был сначала посмотреть трейлер, а потом уже идти и смотреть саму карту. Но мы пропустили. Поэтому наверстываем сейчас. Обязательно ставь лайк и подписывайся на канал, если не подписан. А мы начинаем. Пироман, ребят, вот такой вот у нас трейлер на экранах. Что же здесь я заметил? Естественно, умиротворяющая музыка Арка. А вот он, тот самый мир, к которому мы привыкли. Спокойная, умиротворенная музыка. Дина, топиджара, птерчики, аргенты. Это все то, что делает и строит тот самый Арк, который мы полюбили. Посмотрите, природа, реки. Да, Арк Эссендед красив, но не забывайте, что изначально был красивым Арк Survival Evolved, а потом уже Арк Эссендед, потому что есть с чем сравнить. Центр является моей самой нелюбимой картой после Генезиса, вы представляете? То есть после Генезиса 2 центр находится на предпоследнем месте. Не знаю почему. Это в первом арке. Он меня почему-то гнетет и как бы, ну, неприятен он мне со всеми его пещерами и тому подобное. Так. Алло? Вы уже играете на самых крутых серверах первой марки? А что это за сервера такие? Как что за сервера? Конечно же, Арк Айон. Если ты ищешь PvE сервер с друзьями, чтобы поиграть, то проект Айон Арк специально для тебя. Самые топовые моды. И новую крутую живочку, которую можно томить. Ля, это что за жучара? Вот такие шальные. Вот такие смешные. А также Spyglass, телепорт. Тебе не нужно постоянно пить амнезию, чтобы перекачиваться. Выпей вот эту вот бутылочку. Переходи в Discord канал, где ты найдешь всю информацию о сервере. Совсем забыл, в кластере присутствует PvP-карта, на которой спавнится автодоты, разрушая которые ты получаешь топовый лут. Залетай. Вот посмотрите. Вы говорили на стриме, что там был детеныш Кархародонтозавра, но нет. Это Цера, Цератозавр, модовая живочка.
В описании вы найдете ссылочку на мой обзор этой живки в первом арке. Он точно такой же. Вот это вот существо, этот Дино, такой же самый. Со всеми такими же функциями, умеет то же самое. В общем, ничего нового они не добавили. Но получается, смотрите, Церера томиться не очень приятно, особенно для новичка. Но будет сложненько ее притомить. Получается, если у нее есть детеныши, мы можем просто найти детеныша. То есть размотать эту самочку и забрать Дина, заклеймить и вырастить. Без всякого лишнего. Тоже интересный момент. На центре лавовый биом стал похож, не на тот, который был раньше. То есть теперь мы не сможем с этих деревьев добывать уголь. Хорошо или плохо это, я не знаю. Для меня лично это, не очень момент. Я надеюсь, Рагнарёк... Как же я ожидаю карту Рагнарёк? Я вам обещал, что как только выйдет Рага, бомжи ПВП снова появятся на моем канале в виде выживания на Рагнарке, на разных Дина. Вот новая живка. Забыл, как она называется, но это огромный кит. Смесь, получается, ихтиозавра и кита. Когда мы надеваем седло, я так полагаю, тег-седло, которое крафтится в репликаторе, у него появляется дополнительный отсек в виде тековского бункера, подводной базы. Интересно, интересно. На которой можно размещать и кровати, и сундучки, и чего только нельзя. Все можно там. Ракетами еще стрелять можно, обалдеть. Я-то думал, что трейлер на этом закончится, но тут разработчики что же хотят зарабатывать? Типа! Поэтому они ввели вот такую вот живочку. Называется она Пиромейн, или Пироман. Суть его в том, что, скорее всего, это Shadowman, Пироман. То есть, как они сделали со многими живками, например, с Виверной, что есть ледяная, огненная, они планируют вводить и с Шадоуманом. Кстати, есть Шадоуман, есть Пироман, то есть огненная грива. Короче, это жесть. Выполнены они, конечно, красиво, но довольно-таки деревянно. Посмотрите, пластмассовая живка. Ну да, пластмассовая живка, объятая пламенем. Для того, чтобы получить ее и притомить, мы на стриме пробовали, вам нужно купить платное DLC. Чего я делать не буду. Хрена вам, разрабы! Вот этот прием, конечно, интересный очень. А больше всего меня поразило, знаете что? Он с них огонь собрал обратно. То есть все, что горит, он может вобрать огонь в себя, вы представляете? Заходит в воду, тухнет, но оно и понятно. Больше всего меня поразило. Вот этот момент я не понял. То есть можно будет без топлива костер, что ли, разжигать? Интересный момент. Сейчас я вам покажу аспект, который меня поразил. Вот смотрите, на какую-то кнопку она уселась на плечо. Получается, наплечная живка и все, что садится на плечо, это отдельный слот. То есть можно посадить себе на плечо живку, но при этом сидеть на другой живке. Ну, как обычно бывает с микрораптором, с диморфодоном. Но тут, видите, на какую-то кнопочку по команде эта живка превращается... В живку, в которую можно оседлать, и вы сразу же едете. То есть не нужно спрыгивать, запрыгивать. Как это будет выглядеть, как это реализовано, я пока не знаю, потому что DLC у меня нет. Буду ли его брать? Ну, скорее всего, нет. Потому что я разработчиков этих, которые выдали мне бан по железу, поддерживать не хочу. Это огнемет своеобразный. Пока вот вы будете в жестком PvP вот такие свисты делать, вас уже размотают. Какие ресурсы он тратит для того, чтобы использовать огонь, тоже непонятно, но интересно. Какая-то дикая гига и бегает по пещерам. Вот, видите вот этот момент? Вот, то есть он бежит с наплечной живкой. И тут же сразу эта живка становится оседланной. И все, и получается убегает спокойным образом. Вот они стоят. И тут же они уже могут прыгать. Реализовано, не знаю как, повторюсь, у меня DLC нет, но выглядит это интересно. Сама графика ужаснейшая. Асцендо, да, красив. Живка сделана, из пластмассы. Посмотрите, видите, пластмассовая живка, просто объятая пламенем. Ужасный монтаж, ужасный фотошоп. Так что, вот так вот, ребята. Вот такой нас центр. Варк Survival Ascended. Нравится он вам, не нравится, пишите свое мнение в комментариях. А мне, в принципе, извиняюсь. Ой, нос зазудил. Мне центр зашел. Потому что на стриме я вам показывал, что тут миллион нычек. Он красив, он довольно-таки повторяет ту самую атмосферу. Но запомните одно. Арк Ascended. Все говорили, что это тот же самый арк. Это совершенно другой арк. Вводятся новые механики. Переигрывается вся вот история. И все, что было написано заранее. Все переигрывается разработчиками. Потому что посмотрите.
пироманке такой механики не было по типу кита. Таких механик по типу вот этого пиромана тоже не было. Все меняется. Арк Ascended, хоть это и не второй арк, это первый арк, по сути, переделанный. Это новая игра. Абсолютно новая игра. А у меня есть абсолютно новый канал, на который, если вы еще не подписаны, можно подписаться по ссылочке в описании. Там так и будет написано «Новый канал». Туда я буду выкидывать какие-нибудь прохождения. В общем, интересно. По арку, конечно. Там, как Сан-Диего, арки профессионали. Пишите свое профессиональное мнение в комментариях. Я почитаю, побеседуем, обсудим. Всем пока-пока.